предлагаю следующий мирный план для Украины. Первое. Проводим выборы президента и выборы в Верховную Раду, чтобы о мире договаривались не те, кто воевал. Второе. Слегка поторговавшись, соглашаемся с предложениями Трампа, подписав тайный документ о том, что после заключения мирного соглашения или соглашения о прекращении огня США и Европейский Союз продолжат холодную войну, которая должна привести Российскую Федерацию к экономическому кризису. То есть прекращаем огонь, но продолжаем и выигрываем холодную войну. Такой мирный план я предлагаю не ради спасения украинской нации, потому что ни при каком раскладе украинская нация и украинское государство не погибнут, но ради построения человекоцентричной украинской республики, где жизнь каждого человека бесценна.